Привет, меня зовут Виталий, я главный инженер компании «Землечист». Сегодня мы на одном из подмосковных объектов, площадью примерно 15 соток. И на этом объекте все красиво. Шикарные елки, отличный газон, очень красивые дома. Но вот на этом шикарном газоне не хватает одного элемента. И это дорожек. Просто по газону бегать здорово, весело вот в такую солнечную погоду. А когда проходит дождь, ноги мокнут, можно подскользнуться. И, конечно, нужна дорожно-тропиночная сеть. Мы вот здесь уже начинаем разметочку таких дорожек, которые прекрасно впишутся в уже существующий ландшафт. На данном объекте заказчик спокойно за чашечкой чая нарисовал сам для себя проект дорожек на листочке в клеточку и передал нам его для масштабирования непосредственно в формат чертежа. Все это дело мы согласовали, и не успел он обернуться, как на его объекте уже нанесли разметку и вынесли в натуру эти размеры. Его все устроило, и мы приступим к выполнению дорожек. Для начала мы выберем котлован необходимой глубины, уложим на него слой геоткани, далее ляжет у нас песок, щебень определенной фракции, и каменщики приступят к укладке плитки. Тротуарная плитка, скажем так, не самый дешевый вариант, но в данном случае он будет смотреться гармонично с уже существующими дорожками и отлично впишется в концепцию всего участка. Вообще, все садовые дорожки можно разделить на два больших типа. Это дорожки ежедневного использования, более капитальные, и дорожки прогулочные, которые используются 1-2 раза в неделю. Соответственно, и покрытия на них разные. Прогулочные – это более легкие дорожки, капитальные – более тяжелые. А в нашем случае получается некая золотая середина, потому что у заказчика уже выполнены дорожки на некоторой части участков. И мы должны сделать прогулочные, но чтобы они сильно не диссонировали с уже существующими покрытиями. Поэтому в данном случае капитальные дорожки на бетонном основании мы заменим на нежесткое основание. При этом покрытие оставим тем же. Таким образом, мы выберем золотую середину, и на мягком покрытии у нас будет отличная тротуарная плитка. Местные грунты позволяют это сделать без опаски на морозное пучение. Но здесь всегда нужно контролировать, какие грунты на вашем участке. Если, например, у вас глина, то, конечно, нужно делать дорожки на жестком основании. Если супись, как на данном участке, то можно, в принципе, обойтись и не жестким основанием. Многолетний опыт индивидуальной работы с заказчиком выработал для нас несколько правил, и одно из них гласит следующим образом: согласовал на бумаге, согласуй на земле. Мы специально тратим несколько сотен метров арматуры и шнурок для того, чтобы вынести все это дело на землю в натуру. Проходим еще раз с заказчиком, потому что часто бывает такое, что на бумаге все вроде бы нравилось, все хорошо, а когда вынесли на землю, оказалось, что вроде бы как-то чуть-чуть не так. Поэтому мы немножко двигаем, где-то делаем шире, где-то делаем уже, уже непосредственно на объекте. Делаем так, чтобы было всем комфортно. По той разметке, которую мы вынесли в самом начале, мы выбрали корыто в грунте, устелили на дно геоткань и отсыпали песок. Конечно же, утрамбовали. Что нужно дальше? Дальше основание из щебня. Щебень выбираем особым образом, абы какой не подходит. Важно, чтобы это был не гравий с круглыми краями, а именно настоящий щебень. Производственный процесс у нас построен таким образом, что отдельные звенья и бригады занимаются подготовкой оснований, и отдельные мастера с настоящими золотыми руками будут укладывать дорожки. После того, как мы подготовили основание, была произведена установка бортового камня. Далее на горцовку из цемента песчаной смеси была выполнена укладка плитки. Данный вид работы очень чувствителен к погодным условиям, поэтому во время дождя приходилось делать существенные паузы.
Мы заканчиваем работы на данном объекте. Дорожки выполнены, дорожная тропиночная сеть готова. Теперь можно попасть из дома в лес или в хозблок. Далее опускаем ребят с автополивом и с освещением. Из чего же состоят наши дорожки? Мы уже показывали основания из песка и щебня, уплотненные особым образом, бортовые камни и на горцовку из ЦПС уложенная брусчатка. Такие дорожки могут прослужить и 10, и 15 лет в хороших условиях. Дорогие зрители, на этом все. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного!